Доброе время суток, дамы и господа. Рад новой встрече с вами, думаю, что и вас порадую. Всем известно, что Россия в этом году отказалась от показа Олимпиады. Но я хочу вас поставить в известность, если вы еще не знаете. Россия также с этого года не будет транслировать матчи Лиги чемпионов, Лиги УЕФА. И вообще Еврокубки показаны в России не будут. На 3 года они отказались от показа и передали права в руки платной компании ОККО, которая ведет эти трансляции в онлайн-кинотеатрах. К сожалению, это факт, с которым нам как-то предстоит жить. Но мы попробуем как-то исправить ситуацию. И все-таки, я думаю, мы многое что увидим. Может быть, конечно, не в таком объеме, но кто знает. Посмотрим, что и как нам удастся сотворить для вас. Пока у меня хорошая новость. Сегодня мы смотрим финал Суперкубка Европы 24 года, который пройдет в Варшаве в 22:00. Смотрим мы его на Картине ТВ в папке спортивных каналов, канал Ситанта Спорт 3. И я не буду называть время, в которое будет идти трансляция, потому что в каждой стране это, скорее всего, будет по-разному. У нас у всех с вами разные регионы, часовые пояса. Поэтому заходите, смотрите и вживую, и в прямой трансляции, или в записи. Вы можете это посмотреть. Как посмотреть в прямой трансляции, если у кого-то стоит таймшифт, так называемое время сдвинуто, чтобы вам не ждать вечера и случайно не узнать при этом результат, настоящие болельщики любят смотреть вживую. Поэтому заходите на мой предыдущий ролик, который посвящен игре «Динамо Киев» ответному матчу с «Глазго Рейнджерс». Там я подробно рассказываю о том, как перевести очень быстро, буквально за 1 минуту, таймшифт в ноль и сделать так, чтобы, вот как я всегда говорю, там судья свистнул, а у меня уже бегают. Поэтому давайте, если кто любит, не поленитесь заглянуть в предыдущий ролик и найти ответ на то, как сделать так, чтобы прямой эфир был у вас на телевизоре. Смотрим потрясающий матч Реал Мадрид, Атланта, Италия. Матч будет хороший, я уверен. Приятного всем просмотра, болеем за футбол и до новых встреч. С вами был Юрий Тенман. Картина ТВ, вопросы и ответы. Берегите себя.